Всем привет, дорогие друзья! С вами Скряга. Ну что ж, наконец-то, спустя столько времени, первый видос. Долго я собирался заснять это видео, так как не было времени, все работа. Вот. Определился с местом для съемок. Это вот место работы. В принципе, похоже так на бункер Сидоровича немного. Вот. Как я говорил, что много планирую отснять. Сколько проектов было сделано. Вот. Ну, какие-то они уже не удастся отснять, так как уехали это заказы. К примеру, Skyrim. Что у нас там еще посох был. Вот. И, в принципе, что осталось еще на складе, я отсниму. Примерно это будет у нас сегодня вот суббота. В принципе, в субботу с утра я смогу это сделать, отснять, отредактировать и где-то в воскресенье, и где-то там в течение недели выложить обзор. Так, надо еще посмотреть, что с каналом, то, что давно туда не заходил. Вот. Ну что ж, сегодня сделаю обзор на два артефакта. Был еще один камень-цветок, который недавно публиковал в группе. Ну, так как он из пластилина, сами знаете, пластилин он особо форму не держит, хоть я его и лаком покрывал, и красил, вот, и каркас даже у меня был из проволоки, ну, это не то. Я планирую сделать тоже тот же артефакт, только из дерева, или МДФ, или пластика, ну, как бы, найду какую-нибудь альтернативу и сделаю уже нормальный артефакт, который держит форму. А тот у меня паник, весь как-то растекся, ну я поэтому его и выбросил. Невелика потеря. Так, сегодня у нас два артефакта. Это у нас колючка и артефакт стрелка из ролика игры Сталкер. И он приходит к болотному доктору и в руке показывает ему артефакт, который он где-то нашел ближе к центру зоны. Так, не помню, как я пришел создание этого артефакта. Здесь у нас деревянный шар от балясины деревянный. Ну, вроде бы отпилил этот шар и думаю, а не сделать ли мне артефакт стрелка. Как раз здесь было ровное место спила, куда можно присобачить этот круг. Ну, в принципе, так и пошло. Как раз у меня было две балясины, я сделал два артефакта. Один еще есть в продаже, один уедет победителю конкурса. Придумай персонажа сталкера или мутанта. Вот. Так же, как и колючка. В принципе, что тут у нас еще? Провода. Здесь провод. На втором артефакте уже сделано кольцо пластиковое. А здесь у нас провод выгибал. Здесь файнранж в центре. Ну и покраска. В принципе, основной цвет долго подбирал. Потому что там в ролике темно, артефакт в принципе светится, но там темно, как бы основного цвета не видно. А смотреть другие версии этого артефакта, которые делали другие люди, там как-то все отличается. Как бы кто как видит, тот так и делает. Вот. Ну, это, так сказать, моя версия. Ну, в принципе, похоже, более-менее. Вот. Ну, такой вот артефакт получился. В принципе, как и в ролике, помещается в руку спокойно. Вот, колючка. Был у меня такой светодиодный светильник в виде вот такой вот звезды, колючки, как это назвать. Вот. Ну, дочка у меня провод оторвала, а здесь так сделано, что тут вообще не подобраться к этому обрывку провода, так бы можно было кого-нибудь попросить припаять обратно, и все бы работало. Ну, ладно уж, что. Дал вторую жизнь этой безделушки в виде артефакта колючка. Вот. Ну, в принципе, форма была, мне оставалось только покрасить. Тоже рассматривал все расцветки этого артефакта, а также другие версии артефакта, которые делали другие люди. 3D модели всякие разные. Вот. И более-менее выбрал цвет. Также из описания артефакта в игре тоже подбирал цвета.
Ну, в принципе, получилось тоже неплохо. Так, планирую еще артефакты сделать. Пишите в комментариях, какие хотите увидеть. Потому что идей много. К примеру, также какие-то модификации игры Сталкер можно затронуть, где есть новые артефакты. Вот, которые интересны по форме. И которые можно исполнить из какого-то материала. Ну, всем спасибо за просмотр. Всем удачи!